Лето – самая горячая пора не только для отпусков, но и для дорожных работ. Хорошая погода позволяет быстро и качественно обновлять транспортные артерии. Сейчас в фокусе внимания Орджоникидзе – участок от Минской до Гургаза. В это же время на Гореликой меняют асфальтное покрытие и делают пешеходные дорожки. В ближайших планах по микрорайону Киселевича это будет еще улица Лесная, второй переулок Чаплыгина. В работу поступит улица Ульяновская на участке от Орджоникидзе до 50 лет ВЛКСМ, улица Рокоссовского полностью и частично улица Гагарина. Дорожный апгрейд в Бобруйске начался еще в первой половине мая. Один из самых больших проектов 2022-го – 850-метровый участок на Ульяновской. Здесь же уложили около 2000 тонн асфальтобетона и заменили борты. Обновление дошло и до железнодорожной. На некоторых участках дорог, где обновлено дорожное покрытие, будет также нанесена новая дорожная разметка, которая будет изменять организацию дорожного движения. Будьте внимательными и осторожными при проезде данных участков дороги. Всего на территории города Бобруйска с начала текущего года уже нанесено 13 тысяч квадратных метров дорожной разметки. Всего же в планах 26,5 тысяч квадратов. Уже освежили Минскую, Урицкого, Кирова, Социалистическую, Интернациональную и Горького. К списку добавится Гагарина, 50 лет ВЛКСМ, Сикорского, Батова, Чангарская. В этом году существенных обновлений по городской разметке не появилось, однако изменения для автомобилистов все-таки есть. Зеленый свет на проспекте Георгиевском теперь горит дольше. Причина в интенсивности движения на этом участке. Нововведение действует с 7 до 9 утра для водителей, которые двигаются со стороны Ленина. Город преображается буквально на глазах. Ремонтные работы будут продолжаться весь теплый сезон. Водители призывают заранее планировать свой маршрут и не парковать машину у обочин, чтобы не мешать специалистам. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Станислав Чечерин. Бобруйск, 360.